Космическое регби, танцы под звездами, строительство инопланетных городов. Так в Архангельске прошел праздник «Весенний спорт-движ», посвященный Дню космонавтики. Организатором выступил Центр поддержки молодой семьи. Спорт-движ в областной столице устраивается уже во второй раз. Участниками стали больше полусотни семей. Это жители Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Холмогорского округа. Атмосфера в центре пляжных видов спорта самая располагающая для того, чтобы и приближение лета почувствовать, и в канун знаковой даты устремиться к почти космическим высотам. Веселые эстафеты такие, тут космонавты проводят, космонавты. Очень прямо заходит. Все семейно, так дружно. Мы, в общем-то, участвуем часто в мероприятиях, которые устраивает Центр поддержки молодой семьи. Следим за этим, и поэтому всегда с радостью. На теплом песке разместились 4 тематические площадки. Танцы, веселые старты, спортивные игры и строительство городов. Соревновательный характер здесь неуместен, и поэтому здесь нет победителей и побежденных, а здесь есть время, которое семьи проводят все вместе, с пользой, с интересом, напитываются новыми яркими эмоциями и впечатлениями. Увидели, что семьям это интересно, и решили в этом году повторить, но уже с уклоном в космическую тематику. Участников праздника разделили на команды, чтобы семьи смогли пообщаться между собой, познакомиться, а главное – рассказать детям, как в Поморье в этом году будут вспоминать о первом полете человека в космос. В День космонавтики будет большой перечень событий. Конечно же, это будут отдельные викторины, онлайн-конкурсы. Это будет посещение музея космонавтики. Это, конечно же, благоустройство памятника Гагарину. Небольшой митинг с возложением цветов. Просмотр фильма в молодежном центре «Москва-Кассиопея». Такой советский фильм, но с анализом, обсуждением. Спорт-движ – это еще и возможность быть полезным. Все семьи, присутствующие на празднике, приняли участие в благотворительной акции по сбору помощи для бойцов, что участвуют в спецоперации. Ангелина Парфенова, Антонина Лебедева, Светлана Михеевская, Регион 29.